сегодняшнего дня ученик 4 класса 127-й самарской школы Ваня Салтанов ждал с нетерпением. В прошлом году он уже принимал участие в зорнице, и ему это очень понравилось. Особенно Ване удаются прыжки в длину. Он уже прыгает на 130 сантиметров, поэтому среди прочих конкурсов предпочитает испытание под названием «Полоса препятствий». Это любимое состязание и для его одноклассницы Василисы. Военный ремень, там противогаз одевать. Метание, музей, там вопросы задавать будут. Ну, там надо бегать, прыгать, метать тоже. Прыжки в длину были, ну, на вопросы отвечали, отжимания и метание. Метание снаряда, сдача норм ГТО, разгадывание шифра, сбор аптечки, станция ОБЖ, стрельба. В 127-й школе прошла военно-патриотическая игра «Зорница». В жюри не только учителя, но и курсанты кадетского корпуса, а также Валериан Ульганов, представитель Кировского и Красноглинского районных военных комиссариатов. Он приготовил для участников игры сюрприз. Я очень рад, что проводится такая вот игра вот с такими интересными, красивыми детьми. Я очень рад, что идет связь поколений. Ну, на всякий случай я сделал небольшой сюрприз. Взял воздушный пистолет «Кросс 127-й». Там накачаем по минимуму его, чтобы так пуля далеко не летела. И самые легкие полграммовые пульки. Вот эти вот пульки, я так думаю, ну и награда полкило помадки «Коровка». Вот лучшему стрелку, скажем так. Игра военно-патриотическая. У нас есть станция, где ребята отвечают на вопросы. И, конечно, это знание истории Великой Отечественной войны, это знание своего города, тем более у нас город Самара, Куйбышев, запасная столица, плюс город боевой трудовой славы. Поэтому как бы ребятам необходимо это знать, ну и показывать свои умения, ловкость, выносливость. Учителя 127-й школы успешно готовят своих ребят для участия в районных и городских соревнованиях «Зорницы». В школьной копилке есть множество грамот и наград, в том числе за первое место на городском этапе. Виктория Шара и Максим Гусев. События.